Как добавить токен USDT в ваш кошелек MetaMask? В первую очередь необходимо убедиться, что в вашем кошельке MetaMask установлена сеть Binance Smart Chain. Если у вас еще не установлена эта сеть, соответственно, ее нужно добавить через кнопочку «Добавить сеть». Далее ниже выбираем «Добавить сеть вручную». И здесь заполняем каждое поле. Все необходимые данные будут под этим видео. Точно так же сеть Binance Smart Chain добавляется через расширение MetaMask, где мы нажимаем «Сети», «Добавить сеть», и открывается точно такая же страничка, где мы добавляем сеть вручную. После этого в списке сетей у вас появится сеть Binance Smart Chain Mainnet. Вот эти настройки, которые вам необходимо будет ввести при добавлении сети. Далее нам необходимо выбрать именно эту сеть. Убедитесь, что галочка стоит напротив Binance Smart Chain. И вот здесь внизу нажимаем ссылку «Импорт токенов». Или точно так же в расширении кошелька MetaMask вот здесь «Импорт токенов». Здесь нам нужно указать адрес контракта токена USDT. И мы возьмем его на официальном ресурсе CoinMarketCap. Заходим на сайт CoinMarketCap, опускаемся ниже и видим необходимый нам токен, вот этот USDT. Нажимаем на него. На этой странице опускаемся чуть ниже и находим пункт, который называется «Контракты». Возможно, у вас будет интерфейс отличаться от того, что вы сейчас видите на экране. Это зависит от того, на каком устройстве вы осуществляете все эти процессы. Здесь подводим к кнопке «Больше». Нам необходимо копировать адрес вот этого смарт-контракта. BNB Smart Chain BEP 20. Отсюда копируем адрес. Готово. Переходим обратно в MetaMask. Нажимаем «Импорт токенов». Вставляем адрес контракта токена. Следующие два поля подтягиваются автоматически. Нажимаем «Добавить пользовательский токен». «Импорт токенов». Все, готово. И сейчас у нас есть токен USDT BEP 20.